Всем шалом, доброго времени суток. Это уже, как всегда, скажем так, сегодняшний заход барахла в магазин. Так, это картина маслом. Даже якийсь підпис є. Старая рамочка такая. Картина такая, ничего так. Интересненько, очень даже. Так, дальше с янтаря, тоже такое, я знаю, имеет место жить. Убираю к янтарю. Теперь еще, ну, тупо крышечка. Знаем, да, что эти крышечки часто бьются, так что приятно. Чашечка. Один штука. Что это у нас? Городницкий. Городницкий. Второй сорт, 2.10. Одинокая чашечка. Соляночка и перцовничка. На мотивы греческие, наверное. Керамика. Тут пробочки нету. Тут пробочка есть. Ну, дуже такі гарні. Такой, я не знаю, как это, ренессанс. Ладно, едем дальше. Дальше. Набор олівців. Тактика. Треба ж тобі таке. Укрмузпром. Укрмузпром. Почему Музпром? Не зрозуміло. Донецької області, Слов'янськ. Це вже ексклюзив УССР. Який рік? Не зрозуміло. 40 копійок. Ну, може, 79-й, по ГОСТу так. Які в нас там олівці, які завгодно. Є отакий добавлений Мікі Маус. Так, а тут у нас... Тактика. Конструктор. Ну, таке. Так, вилочка. Одинокая, загулявшая. СССРовская. Никогда такое не видел. Таке щось. Вариант поезда. Может, оно и есть поезд? Мельхиор написано, но это не Мельхиор. Подделка. Ну, уже сказал, показывать все, значит, показывать все. Дискеты на какую-то программу. У кого-то еще есть такой компьютер? Чтоб дискеты читал. Две коробки с дискетами. Дискеты тоже. Тут даже написано Windows 95. Norton, Windows 98. Сканер программ. Прикольно. Помнили 20 тому назад. Дальше. Так, зеркало ни о чем. Ну так, для магазина. Теперь, вот это вообще непонятно что. Ну, как говорится, Google мне в помощь, а E1. Никаких ни документов, ничего. Это буду смотреть, что тут. Какой-то такой приборчик.
Тут же ни данных, ничего нету. Это какая-то крутилка. Тут какая-то включалка. Тут какие-то две вставлялки и табло. Есть какие-то приспособы. Пинцет. Какая-то штучка. Вот это что-то непонятно что. И какой-то молоток. Все это на проводах. Что это? Вообще караул. Ничего не знаю, потом буду смотреть. Один. Так. Дальше у нас. Вот такая гарна річ. Ні, зараз покажу, яка в мене є. Неси сюди. Ось така в мене вже є. Це в нас коростень. Зніми, будь ласка, то, що там є на дні. Ось, дивимось. Коростень. Гарна така річ. Зрозуміло, що це також коростень. Дивимось, так. Також коростень. Но що ми тут маємо? Підпис 40 років радянської України. Золотом прописано. Бачите на отблиску? Тобто не хтось сам писав. Оно вліто туди. Тобто от пальцем воно не цепляється. Тобто от здесь можна зацепитися. За цветочки, да? А вот это прямо там внутри влито. То есть, наверное, вот такие выпускали, потом выпустили такие. Или наоборот. Ну, 40 лет радянской Украины. Очень прикольно. Теперь я вдвое счастлив. Теперь у меня их две. Так, вот всю речь, будь ласка, на месте. Дякую. Так, прийомничок. Прийомничок. У нас є даже електричество в магазині. Ну, будь ласка, вамкни воно. Вмикаємо. Що ми бачимо? Часики. Знаємо ту проблему з громкістю, да? Ну, у мене в магазині плохо ловить, но что-то поймав. Выключаем. Выключаю. Так, это один. Это сдвигаем. Это второй. Включился. Значит, диск не работает. Естественно, я все проверил сразу. Диск не работает. Радио работает. Забыл, где включать радио. Тут оно крутится, тут у нас FM включено с другой стороны. Да. Каналы у меня в магазине тяжело поймать. Но работает. Выключаем. Убираем. Так, ну и самый большой. Никогда такой не щупал. Когда-то видел их
в магазині. Така дуже велика річ. Ручечка видвигається. Тут така, можна його переносити. Антенна, проводочок. 220 зараз включимо. Так, що ми маємо? Радіо. 72 мільйони 600. Ну, ви знаєте, звісно, після виходу ігри кальмарів на... Лучшее радіо Ізраїлю. 106,4. Заходите. Они есть и в Ютубе, и в Фейсбуке. Шикарное радио. Так, где у нас переключение функций? Tone, Power. А, нет, извиняюсь. Здесь. Вот, это у нас диск. Открываем. Так, вроде все вычистил. Грязнючее все было, конечно, ну понятно. Almost heaven, West Virginia. Ну, много вам крутить не буду, потому что YouTube не пропустит. Делаем стоп. Тейп. Вообще приколюха. Бам. Бам. Очень интересно. Вставляем кассетку. Закрываем. Нажимаем play. Сторона, наверное, закончилась. Не поет. Почему не поет? Вспоминаем старый добрый способ. Куда вниз? Вниз, нет. Гудит, но не поет. Опел. Все крутится. Все нормально. Ой. Ну, я, в принципе, головку не чистил там. Может, из-за этого не поет. Тут все переключено вроде. Тейп, радио, диск, кассета. Обидно. Ну, в общем, что-то там крутится, даже пело. Надо почистить. Там уже заработает. Но система прикольная. Клац. Клац. Вот. Все. В принципе, вот так. Скромненько, но залетело. Всем удачи. Шалом.